Сегодня весь мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу и ее ликвидаторов. Дата 26 апреля стала Международным днем памяти жертв радиационных аварий. 31 год назад в этот день произошла крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Тогда на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции в результате взрыва произошел мощный радиоактивный выброс, распространившийся на земли Украины, Белоруссии, России, а также некоторых европейских стран. Авария на Чернобыльской АЭС коснулась жизни миллионов, а потому сегодня ее годовщину вспоминают по всей стране. Не стало исключением и Белгородская область. К примеру, в Старом Осколе митинг прошел в парке воинской славы у памятного знака жертвам ядерных аварий и катастроф. С самого утра с цветами в руках сюда приходят горожане, чтобы почтить память погибших ликвидаторов и выразить им слова благодарности. Устранять последствия взрыва в Чернобыле вместе со всей советской страной помогали более 3000 жителей Белгородской области. Треть из них – старооскольцы. Нужно помнить и не забывать, чтобы такого больше не повторялось. Да потому что я там был, участвовал вместе со своим другом. И забыть этого невозможно. Войну вспоминаем. И это уже такая же была война. Потому что цена этой трагедии – это человеческие жизни. И о них нужно помнить. Чтить их память.